И также я всем привет, сегодня расскажу о том, как передать файлы между iPhone и Android. Для этого нам понадобится приложение ShareRead. Вот такой вот у ней логотип. Значит, запускаем. Есть как в App Store, так и в Google Play. Запускаем. И, соответственно, там, конечно, вначале требуют разрешения. Вы даете все разрешения, какие по инструкции. Выбираем здесь отправить. Да, выбираем какое-нибудь изображение. Ну, пускай, я не знаю, какое изображение. Ну, видеокарту отправим, да. А здесь выбираем получить. После чего здесь у нас появляется QR-код. Мы выбираем отправить. А здесь у нас выбираем сканировать QR-код. И у нас идет сканирование вот так вот QR-кода. Приложение ShareRead хочет подключиться к сети. Да, подключиться. Вот. И, соответственно, после чего у нас идет сразу же передача информации. Вот. Коннектим. Все. Файл быстро вот так передался. И теперь вот он у нас есть и... причем в хорошем качестве, достаточно быстро на Андроиде. Друзья, надеюсь, вам видео было полезно. Значит, то есть вот так все просто, не там, я просто не знаю еще, что говорить. Ну и вначале там все разрешения, я не знаю, в конце, может, покажу. Ну, короче, разрешения все тоже надо дать приложению. Всем пока.